Всем привет! Хочу представить вам 5 лайфхаков, как не быть тунеядцем в Беларуси. Лайфхак номер 1. Можно начать ухаживать за детьми или пожилыми людьми, стирая их носочки и гладя их трусишки. Лайфхак номер 2. Создавать объекты интеллектуальной собственности. Главное, за год насоздавать всякой фигни на 70 базовых. Можно лепить что-нибудь из картошки. Продаю коника за дорого. 50 базовых. Лайфхак номер 3. Свежий лайфхак. Можете весь год корячиться на огороде, сажая картошку, копая картошку, поля картошку. Картошка рулит. А потом подайте в суп. Тогда вам все отменят и еще скажут, что суп не для тунеядцев. О, подам в суп. Лайфхак номер 4. Валите отсюда! Свозите там солярку в Польшу, Литву, раз так 185. Главное, чтобы вас больше полугода не было в стране. Лайфхак номер 5. А если ты случайно уволился, или тебя сократили, то быстренько прокалываем презервативы и делаем детишек. До 7 лет он вас будет спасать от тунеядства. И я вам это говорю. А там, глядишь, второго замутите. Раздевайся и работай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До скорых встреч. Пам-пам.